На заседании комиссии по мобилизации доходов в администрацию округа пригласили 89 должников, в их числе как организации, так и физические лица. Это те, кто имеет задолженности в бюджеты нескольких уровней на сумму больше 180 миллионов рублей. Правда, кому-то для того, чтобы стать сознательнее, хватило и просто приглашения на комиссию. 4 должника погасили долги накануне, вернув в бюджет порядка 2 миллионов рублей. По предварительным итогам, за 11 месяцев работы межведомственной комиссии должники вернули в бюджет области порядка 354 миллионов рублей. В том числе и 43 миллиона рублей в бюджет городского округа. Только за ноябрь 2021 года погашено 62 миллиона рублей, из которых 7,5 миллионов в химкинский бюджет.